Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить Dark Souls 2 подробно, после такого короткого новогоднего перерыва. В прошлый раз я остановился на том, что я включил башню, и теперь здесь все работает, и здесь все громко, и поеду-ка я, пожалуй, вниз. Для начала. Потому что внизу есть кое-что полезное и кое-что нужное. И это пока что... Ну, это не единственный открытый для меня проход, но это... Самый важный на данный момент открытый для меня проход. Тут куча бочконосцев, которые сейчас им убьются там. И здесь. Гигант. Опс. Это нехорошо. Так, почему у меня не Эстус в руках? Проблема даже не в том, что здесь гигант, а проблема в том, что здесь несколько гигантов. Чувак, иди туда. Смотри, какой там вкусный огонь. Окей. Лочатся не те цели, которые я пытаюсь... Ну, пофиг, сюда он не должен иметь возможность пройти. А, не, ну, он сюда не хочет идти, по крайней мере. То есть так-то он влезает. Но идти отказывается. Так что я могу спокойно его отсюда расстрелять. Чувак, если ты не хочешь взрываться, иди нафиг отсюда. В общем, там второй гигант, и спойлер, здесь есть еще и третий гигант. У этого немножко другая дубина, но смысл тот же, то есть у него мувсет не отличается. И урон, возможно, тоже не отличается, я не помню точно. Может быть, он чуть-чуть дамаговее. Наверное, не стоит стоять в этой его лаве. Ау. В принципе, в ближнем бою они не такие уж и опасные, если, опять же, не стоять в лаве, запомнить их мувсет и следить за тем, с какой стороны от него сейчас безопасно. Черт. Это я зря. Определенно. Ну ладно, возможно, все-таки дальний бой против них немножко удобнее. Может быть, даже дальний бой магией. Ну или, возможно, мне стоило просто обмазать меч перед тем, как сражаться. А, да, здесь, кстати, есть еще одна дверь, которая пока что закрыта. И туда я пойду относительно не скоро. Ну, естественно, я могу попытаться заманить этих бочконосцев туда. И взорвать их. Они не очень хотят. Но это не повод. Да. Что ж ты так быстро приходишь? Окей. Лови Soul Spear. Чуть-чуть дамаговее, конечно, чем тьма. Но Soul Spear'ов у меня всего 4, а тьмы у меня много. Черт, его нога мне помешала. Ну ладно. Чувак, почему ты не взрываешься? Когда это мне нужно? Пока он вылезает, его, кстати, вроде бы тоже. А хотя не, его нельзя дамажить, пока он вылезает, он неуязвим. Ух.
управлении Дарка есть такой неприятный элемент, что если держать кнопку переката чуть-чуть дольше, чем надо, то персонаж начинает пытаться бежать. И если держать назад и кнопку переката немножко дольше, чем надо, то персонаж разворачивается, и при этом он останавливается на месте секунд на несколько. Это в данный момент и случилось. То есть я пытался перекатиться назад, но чуть-чуть не успел отпустить. Ну ладно, наверное, все-таки мне стоит использовать магию. Раз уж я маг. Я его застаню. Ау. Он мне тоже. Он что, сюда прям за мной пойдет? Вроде не должен. Ладно. Камень огненного Дрейка — это ненужный мне дроп с него. Мои души. Лок, который не включается, пока враг не активен полностью. Черт, я не успеваю перекатываться. Я недооцениваю его комбо, я думаю, она уже закончилась и можно отхиливаться, но нет, на самом деле еще нет. Готов. Ну и то, зачем я сюда вообще пришел, оно как раз здесь, на самом краю. И это ключ от башни, который мне позволит попасть почти во все места, в которые можно попасть в этой башне. Также тут всякая трава, обломки титанита. Упс. Еще один гигант. Не, все-таки эти попроще, видимо. Ну или, по крайней мере, здесь место более открытое, и поэтому у меня лучше получается. Упс, а, да, идет. Я забыл, что у этого меча нет силовой атаки. И вместо нее каст. Ну окей, человеческая фигурка, и все. Вроде бы все. То есть третьего, в принципе, агрить совершенно не нужно. Он охраняет всякий бесполезный лут только. Ну, что поделать. С этих гигантов дропаются их дубины. Ну, те дубины, которые у обычных. Не у того одного крутого. И эти дубины довольно... Как сказать? Они требуют, по-моему, 80 силы или что-то такое. Но если накопить только силы, они вроде бы довольно неплохие получаются. Ну, или если в двух руках использовать. Но я не думаю, что у меня что-то с этим получится. Теперь я поднимусь вверх. Потому что там есть одно место, куда я могу пройти. Я теперь могу пройти сюда, но не хочу. Я могу пройти в ту дверь, которая была внизу закрыта, но тем более не хочу. Я хочу попасть в одно конкретное место, где я смогу получить парочку дополнительных клиньев. Это моя текущая цель. Это меня сейчас приводит туда, где я уже был. И отсюда мне нужно, по-моему, вот сюда как раз. Тут есть секретка в стене, но мне не в нее. Вместо этого мне вот сюда.
Да, я пришел правильно. Тут огнемет, который можно запустить и взорвать все. В том числе и лучника. Рассекающие ножи мне явно не нужны. И в других этих нишах ничего не было. Также я могу запустить... Сказал, я могу запустить огнемет назад. И быстренько забежать сюда, чтобы меня он не сжег. Но хотя он меня все равно сдамажил. Ну или я мог просто перекатиться между его залпами. А здесь стена, которая... Стена. В смысле, которую можно сломать. Ау. Я для этого использую вот этого вот чувака. Стараюсь, по крайней мере. Чувак, бойся меня. В ту сторону бойся меня. Каким-то образом я выжил. Но примерно у меня получилось то, что я хотел. И теперь я просто запущу огнемет дальше. И заберу здесь кольцо рассеивания плюс один. Это кольцо, которое дает резисты ко всему. У меня одно такое, по-моему, уже было. Да. Это дает просто больше резистов. Конкретнее... Это дает 60. Это 120. Неплохо. Ну окей. Тут несколько лучников, и в принципе, если бы я использовал свой лук, я мог бы запустить огнемет назад и немножко продамажить этих лучников этим. Я, возможно, это и сделаю, но сначала я разберусь с этим одним. Опс. Опс. Готов. Отсюда я не попаду, и здесь также чувак с топорами. А, нет, нет, оно все согрелось, черт. Он был почти мертв, один из этих лучников. Второй теперь тоже почти мертв. Так. Как-то я неудачно зашел, что им ни хрена не видно. Я круче стреляю. Нет. Он круче прыгает. Прыжок у топористов очень опасен. Ну, видимо, сегодня у меня ничего не получается, но пофиг. Теперь мне не нужно заходить в эту дыру и взрывать ее, в которую я уже зашел. Так что теперь я могу сразу запустить огнемет, и он там кого-нибудь убьет, и вообще все будет намного веселее и проще. В этом смысле должно быть, по крайней мере. Также, наверное, имеет смысл для меня съесть человеческую фигурку. В эту секретку я позже загляну на обратном пути. Тут также есть проход в другую сторону, и там ворота, но там мне пока что делать вообще нечего. Так, огнемет поехал. Нет, никого не было. Мне показалось, я слышу звук врага. И теперь еще один огнемет поехал, я сказал.
Да, оно неплохо их дамажит, но они выживают. А, да, вот это нужно, кстати. Лестница какая-то немножко кривая в плане своей геометрии, потому что я сейчас не мог идти вперед. Вот здесь. И это мне немного помешало. Ну ладно. Да, наверное, это более хороший вариант. И все, враги кончились. Не могу, кстати, магией активировать этот огнемет. Да, могу. Неплохо. И здесь сундук, ради которого я сюда, собственно, и пришел, потому что в сундуке в этом еще 4 клина. И отсюда я могу просто спрыгнуть к самому началу. Туда я, опять же, пока что не хочу, потому что мне там делать совершенно нечего. Наверное, я сейчас просто хочу вернуться в самое начало. Точнее, не в самое начало, а вниз обратно, к костру, от которого я иду. Но сначала сюда. Потому что здесь кожа полова. Капюшон, изображающий голову полова. Дает защиту от проклятий и помогает замечать послания из других миров. Он очень точно повторяет голову полова, только без ужасного запаха. Тот, кто создал этот капюшон, с почтением относился к тем, кто стал полом. Как-то так. Он дает 100% резист к проклятию. Как и вуаль ведьмы. Только выглядит немножко хуже. Еще один момент, который здесь есть. С этой вот платформы можно перепрыгнуть. Там было куда. По-моему, это правда нужно делать, пока оно едет вверх. Да, определенно. Ну, сейчас я могу и туда заглянуть. Хотя там мало что полезное. Но сначала я поднимусь наверх и возьму свои души. Это, наверное, хороший план. Потом я спущусь и коснусь земли, чтобы мои души появились здесь, если я не допрыгну. Но я допрыгну. Тут есть ящерица, которая... Странно, она успела исчезнуть. Ну, в ящерице, как всегда, всякий титанит, который мне не очень нужен. Я не буду сюда еще раз ходить, чтобы с ней разобраться. И два светящихся жука, и я вышел туда, где я, по сути, уже был. Это та цепь, которая ведет к Мальдрону, я там был. И я над ней, собственно. Окей. Ну и теперь... Теперь я, наверное, использую перо, потому что это проще. И быстрее. И пойду вниз. Совсем вниз. В сторону босса. Боссов в этом DLC, как и в первом 3. Но здесь они немножко по-другому сделаны. Обязательный босс здесь всего лишь один, который финальный. И я к нему, собственно, и направляюсь. А после него доступен один опциональный босс. Бонусный. И также вот за той вот решеткой как раз еще один опциональный бонусный босс. Там дурацкий, тот, который после финального немножко более интересный. А это не то, что я хотел сделать. Тут два этажа. Наверх не можно только допрыгнуть.
Они оба ведут в одно и то же место, просто здесь я прихожу на этаж выше к сундуку. Кольцо силы. Дает силу. У меня уже было кольцо ловкости. Вот это. Это кольцо силы. То же самое. Дает плюс 5 силы. И отсюда я могу спрыгнуть на нижний этаж, где я был бы, если бы я не перепрыгивал на ту платформу. А те же самые воины, что мне до этого встречались, только на этот раз с горящими топорами. Ну и вот этот вот с обычной алебардой. И вон тот с обычным мечом, и вообще все стандартно. Опс, ну, не все стандартно. Тот чувак с топорами, снова с горящими. А здесь земля провалится, если я на нее наступлю. И провалится она довольно неплохо так. Потому что под этим этажом тоже проваливающаяся земля. Так что стоит спрыгивать сюда и попадать противнику, наверное. И там еще куча проваливающейся земли. Так что я сюда. И там уже пара врагов. Один из которых спрыгнул ниже, что... Ну ладно, я не против. Протазан плюс 6. Самое обычное копье, которое я мог в основной игре найти. И дальше уже самый нижний этаж. И на самом нижнем этаже теперь чувак с топорами, который туда спрыгнул зачем-то. Но кроме этого там еще и гигант. Но также здесь есть вот такой вот мостик. Точнее, как это назвать? Уступ. На котором я в абсолютной безопасности. И при этом я могу их совершенно спокойно расстреливать из любого дальнобойного оружия. Точнее, как бы в теории он меня может ударить, но он не будет, потому что у него искусственный интеллект слишком тупой. То есть так, если он подойдет, он должен до меня доставать своей дубиной. Но он не подойдет. Увы. А на другой стороне на уступ можно упасть через дыру в потолке, но там ничего нет, как и на этой стороне на уступе. И теперь я могу открыть ворота. За воротами респавнящийся лучник. И, возможно, даже не один, я не помню точно. Это встает? Нет, это не встает. Почему она живет, если я его убью? Так что я его не убью. А, нет, не один, действительно, вот это встает. Лучник. Воин вот этот тот. О, это не то, куда я хотел попасть. Я думал, тут другие вещи. Ау. Какой у него безумный трекинг. Ладно, сундук, я к нему еще вернусь. Пока что мне больше интересен этот лифт. К сундуку я вернусь, когда я выключу им неуязвимость, дефенс и все остальное. Это делается внизу. Я просто слегка забыл, как оно тут все работает. И это босс. Ну, вход к финальному боссу. А финальный босс этого DLC интересен, скажем так. Перед тем, как к нему входить, я пробегу по краю вот так. Если я побегу не по левой стороне этого прохода, а ближе к той стене, то там вылезают гиганты, с которыми я совершенно не хочу связываться. Я сюда бежал ради костра. А, наверное, имеет смысл потратить души. Потому что я на этом боссе буду много умирать, а
ходить каждый раз подбирать души, там мне не хочется. И, наверное, я даже хочу купить немножко боссовской брони. Потому что уровни... Они, конечно, не помешают. В плане живучести, например. Но пофиг. Что мне еще нужно? Шлем Вильстата я уже купил. Он сейчас пригодится. Я куплю остальной сет. Я куплю остальной сет Смелтера. Руки грешницы дают бонус к пиромантии. Хотя бы ради этого. И просто всякие разные куски, которые мне нравятся и которые могут быть прикольными в сочетании с другой броней. Сойдет. Да, души все потрачены. Теперь можно и к боссу заглянуть. Нижний этаж. Я, конечно, пропустил всего лишь... Точнее, не пропустил, я просто пока что там не был, но у меня не открыт всего лишь один костер в этом DLC. Хотя, стоп, это... Возможно, здесь у меня еще... Да-да-да, оно тоже считается частью этого DLC. Ну, в общем, в основном DLC, не в опциональной локации, у меня не открыт всего лишь один костер. Но на самом деле тут еще много всего есть, потому что просто костры более-менее равномерно по этой башне раскиданы. Я в некоторых местах не был, естественно. Я для начала зайду просто так, к боссу. Когда я захожу, у меня есть... время и, ну, по сути, сколько угодно времени, чтобы там забавиться, еще что-нибудь сделать. Босс заспавнится только, если я пойду вперед. Здесь я могу стоять сколько угодно. Дымный рыцарь. Он опасен. Это самый сложный босс в игре, наверное. И проблема сейчас в том, что я не уничтожил идолы, я намеренно это сделал, естественно, чтобы просто показать, что они делают. Идолы хилят его. Точнее, они хилят вообще все в приличном радиусе вокруг себя, но этот радиус достает до большей части арены. То есть в самом центре, да, я могу его нормально убивать. Как только он подойдет куда-нибудь поближе к краю, вот так, например, он сразу очень быстро отхиливается. То есть не уничтожая идолов, с ним сражаться довольно сложно. Их тут 4. Так что мне нужно 4 клина. И если я буду уничтожать все идолы, которые я встречу во всем DLC, то на один идол мне к этому моменту не хватит клина. То есть мне нужно где-то вначале пропустить... Точнее, возможно, даже мне на 2 не хватит, я не помню точно. Где-то вначале мне нужно пропустить пару идолов, чтобы здесь на все хватило. Потому что, как минимум, один из клиньев можно получить только после убийства одного из опциональных боссов. Того, который доступен после этого босса. Ну, он меня сейчас убьет. Но, естественно, сейчас мне здесь делать нечего, пока я не уничтожу эти 4 идола. И эти же самые идолы респавнят врагов этажом выше. Так что, когда я их уничтожу, враги перестанут респавниться, и с ними будет немножко проще все. Естественно, они дропают свои кусочки души стандартные. А на этой стороне тоже спавнится 2 гиганта, если я подойду к стене поближе. Поэтому я не буду подходить к стене поближе, потому что с гигантами связываться мне совершенно не хочется.
И последний. Готово. Душа отважного воина. Тут есть парочка таких душ всяких в этих трупах. По большей части оно не стоит того, чтобы рисковать и агреди... Или стоп, на этой стороне... Нет, на этой стороне тоже должны быть гиганты. Какого хрена? Может быть, я ошибаюсь. Странно. Ну ладно, неважно. Поехали к боссу еще раз. Теперь я могу его дамажить. Ну я и раньше мог его дамажить, просто он отхиливался, если он подходил поближе к краю. Но теперь я могу его дамажить навсегда, скажем так. И также, да, его можно задамажить немного, пока он встает. Или даже много, пока он встает. По-моему, урон по нему проходит все-таки немножко неполный. Но все же. Что касается самого босса, он никакими особыми обилками в данный момент не обладает. У него просто два меча, которыми он бьет. Быстро, длинными комбами, дамагово. Со сложными таймингами уворотов от некоторых ударов. И все такое. Лучше уворачиваться налево, то есть к его правой руке, в которой одноручный меч. Хотя можно и в другую сторону. Вот этот выпад, который он только что сделал, довольно опасен. И эта атака довольно опасна, она широко достает. Также да, вот так вот он может блочить, сейчас его бить довольно бессмысленно. Я наношу, конечно, какие-то копейки урона, но при этом мой меч отскакивает. И он получает возможность меня ударить совершенно халявно. И когда я сношу ему примерно половину жизни, он переходит во вторую фазу. Во второй фазе он убирает одноручный меч и остается с двуручным. Но теперь он забафан огнем и тьмой, возможно. И у него появляется пара новых атак. Во-первых, все те же самые длинные сложные комбы, от которых сложно уворачиваться. Но у него появляется пара магических атак. Вот эта хрень, которая достает очень далеко и бьет очень больно. Можно либо отойти назад, как я только что сделал, если я не вплотную к нему стою. Если я достаточно близко к нему стою, то от этой атаки безопасно отходить к нему и левее. Если я заставлю его еще раз ее сделать. Вот так. И потом сразу же направо, потому что когда он останавливает свой меч у себя за спиной, он меня все равно может дамажить. То есть если он меня коснется, это меня сдамажит. И кроме этого у него есть огненная атака. Как минимум одна. Ау. В принципе, время для отхила есть в этом бою. Перекатываться сквозь его меч при этой атаке довольно плохая идея, потому что он ведет его достаточно медленно, и айфреймов там не хватит, чтобы перекатиться. То есть, если я пытаюсь вот так, ну, хватит, конечно, в теории, если идеально перекатываться. Но если чуть-чуть с таймингом ошибиться, то это огромная куча урона. И это реально огромная куча урона. Да, вот такая вот фигня у него еще есть. Он выстреливает по спирали вот эти вот огненные шары. Можно между ними пробежать, можно перекатиться, можно просто отойти, потому что у них довольно ограниченная... Ну как у них? Дальность наполовину арены, но... Если он не в самом центре арены стоит, то он не достанет. Ну нет, кстати, у меня получается перекатываться сквозь его эту атаку. Но у меня много подвижности. Я перекатываюсь в самом правильном направлении, если уж хочется сквозь нее перекатываться. То есть, если я пытаюсь перекатываться там вперед, назад, влево, вправо, то это немножко хуже. Сказал я и спокойно перекатился вперед через нее.
Но, с другой стороны, я очень много сражался с этим боссом. Так что я все-таки достаточно хорошо знаю. Опс. Это вот единственная его такая совсем читерская атака, что если он решает заспаунить свои огненные шары, когда я вплотную к нему, то я практически гарантированно получаю одно попадание. Но весь этот бой — это просто правильные тайминги перекатов. Если один раз научиться правильно перекатываться от него, то дальше любым билдом, любым персонажем не будет никаких проблем с ним. Ну, может быть, не любым билдом. Если у меня адаптируемости будет очень мало, то у меня будут проблемы с ним. Убей меня, чувак. Я хочу еще одну вещь показать. Еще одна вещь — это тот факт, что если я приду к нему в шлеме Вильстатта, по-моему, только шлем работает. То есть остальная броня не имеет значения вообще. Не так, не так. То есть если я приду без шлема, но в полной броне Вильстатта, то это не сработает. Но, тем не менее, если я приду в шлеме Вильстатта к нему... У меня, кстати, нормально, да, у меня... Нет, у меня не все нормально с перекатом. Перчатки, идите нафиг. В таком случае он сразу начнет бой со второй фазы. И, в принципе, мне кажется, вторая фаза даже легче первой, потому что в первой у него немножко более безумные комбо. Так что, если у вас проблемы с первой фазой, то можно просто сменить шлем. И у вас не будет проблем с первой фазой. Да, хватит. Ау, да. Эта хрень, она еще и взрывается ауяшкой достаточно далеко и больно. Ау. Нехорошо. Да перестань. Стамина кончилась. Возможно, мне стоит использовать какую-нибудь более легкую броню, чтобы реген стамины был получше. Также, да, он темный и огненный, так что к огню и к тьме у него довольно большие резисты. Что у меня есть совсем легкое? Ну, да, 36 — это совсем легкое. Сойдет. Тут есть пара NPC-фантомов, которых можно призвать. Это, по-моему, игрок. Да, это игрок. Это Элли Стальное Сердце. И здесь есть еще Карелион. Да, души. Да,
Да, тьма его вообще почти не... Ну, хотя не-не-не. Просто да, он действительно получает меньше урона, пока встает. Тьма его, на удивление, терпимо дамажит. Я ожидал более хренового урона. Упс, вот это вот я рано перекатился. В принципе... Темные сферы дамажат его больнее, чем мой меч. По крайней мере, без кристальной обмазки. Ты менять фазу будешь или нет? Уже пора, по-моему. Вау. Рано. Теперь у меня загрузка меньше, так что дальность переката стала выше, и поэтому я иногда перекатываюсь слишком далеко. Туда, где меня задамажат. Упс. Также да, поскольку он довольно быстрый, агрессивный и дамаговый, медленное оружие против него заметно хуже, чем что-нибудь типа вот такого вот прямого меча. Вау. Потому что медленным оружием я могу не успеть ударить его и перекатиться после этого. Точнее, я не то чтобы могу не успеть, просто у меня намного меньше, упс, возможностей ударить его и не получить урон после этого. Черт. Это плохо. Да, совсем плохо. Я хочу выглядеть как человек. У меня один каст всего лишь кристального оружия. Ну, оставлю его на вторую фазу. Окей, мои персуверы не попали с первого раза. А, у меня еще и кольцо, которое... Или нет? Нет, у меня нет кольца, которое меня дамажит при кастах. У меня есть бессмысленное кольцо на лут, которое стоило бы заменить на какое-нибудь там кольцо регена стамина. Или на дамаг. Кольцо клинков какое-нибудь взять. Оно, конечно, не поможет, учитывая, что большая часть моего урона — это магия. Даже мечом.
Ау. Неудачно я зашел. Ну, вообще, это один из моих любимых боссов в серии, и это, на мой взгляд, один из самых сложных боссов в серии, и, собственно, сложный он из-за мувсета. Не из-за каких-то там проблем с камерой или еще чего-то подобного. И это хорошо. Ау. Так, прощай, стамина. Это я зря. Стамина полезна. Она позволяет мне перекатываться и не получать урон. Отхилюсь, пожалуй. Полная жизнь лучше, чем неполная жизнь. И он сразу же меня сдамажил. Это вот сейчас проблема в том, что я перекатываюсь слишком далеко и попадаю в его атаку. В конце своего переката. Ау. Да, правильно сделаю эту фигню. Я откачусь назад и отхилюсь. Наверное, мне стоит просто сменить направление и перекатываться направо. В этой фазе это вроде как безопаснее. Не от этой атаки, естественно. От этой атаки направо это худшая сторона переката. Стан. Я зря его ударил после стана. Лучше бы стамину отрегинил. Ну вот, у меня кристальное оружие отвалилось. Ну, это повод достать посох и переключиться на магию немного. Да, правильно. Не, ну так, конечно, тоже можно, если я вплотную к нему. Три переката направо от этой атаки. Но это намного хуже, чем один перекат влево. Готов. Душа дымным рыцаря, кусочек души надали. И 84 тысячи душ. И... корона старого железного короля. Корона старого железного короля восстанавливает мне заклинание время от времени. Там раз в минуту сколько-то процентов, по-моему, от максимальных зарядов. Король старого железного... короля? Корона старого железного короля. Некогда правившего в этих землях, король утонул в расплавленном железе, встретил того, чье имя нельзя называть, и стал гноем земли. То было давно, и сегодня никто не помнит даже имени короля. И душа. Дымного рыцаря, охраняющего подвалы мглистой башни.
Рейми был отважным рыцарем, влюбленным в пепельную невесту, которая окутала эти земли дымом и туманом. Чудодейственную душу этого рыцаря можно использовать для получения других душ или создать что-нибудь, обладающее огромной ценностью. А Рейми это... Есть с собой? У меня нет с собой его щита. А, нет, есть. Щит бунтаря Рейми. Рейми и Вильстатта называли правой и левой рукой короля. Так было, пока их разногласия не привели к конфликту, после чего Рейми объявили предателем. Черного ворона боятся и презирают, как предвестника смерти, но это любимая птица Рейми. В общем, он был... помощником Вендрика. И потом немножко с Вильстаттом не поделил что-то и свалил сюда. Собственно, поэтому он и переходит сразу во вторую фазу, если прийти к нему в броне. Точнее, в шлеме Вильстатта. Тут больше ничего нет, по-моему. Да. А, ну, я, пожалуй, быстренько поднимусь и подберу то, что было в сундуке, этажом выше. Потому что теперь я могу... Ну и до этого мог, просто до этого я не мог там всех убить. А теперь я могу там всех убить. И потом быстренько схожу, посмотрю, что крафтится из души Рейми. Ну, я знаю, что из него крафтится, но покажу, что крафтится из души Рейми. И на этом, наверное, закончу видео. Да, вот восстановились заклинания. Это корона. Тут было всего лишь кольцо власти над колдовством. У меня уже было кольцо власти над... молнией, по-моему, над чем-то. Да. В общем, увеличивает мой магический урон, уменьшает мой физический дефенс. А, точно. Ну и отсюда, на самом деле, я не могу выбраться пешком. Потому что та шахта, где я постоянно падал, точнее, спрыгивал, там можно только спрыгивать. Вверх там не подняться никак. Так что единственный путь из этой локации... Ну, можно, конечно, и так, но основной путь из этой локации — это костер. Черт, мне теперь нужно придется возвращаться туда за душами, потому что 85 тысяч я не хочу терять. Ну ничего. Это недалеко, по крайней мере. Хоть и лифт придется ждать. И мне нужно снова стать человеком. И убрать эту убогую корону. Если бы она выглядела не как говно. Но, увы, это только следующая корона. Которая в третьем DLC. Она выглядит более-менее. Насколько я помню. Потому что... Есть с собой другие две. Да, ну Вендрика выглядит как корона. Топлая тоже, в принципе, выглядит как корона. Что он дает, кстати? Меньше жизни, больше боевых статов. Не то. Ну окей, на этот раз я просто пробегу быстро, подберу нужный лут и телепортируюсь отсюда. Но сначала я убью этого чувака.
Иначе он будет мешать. Чувак, лови. Окей. Я не помню, кто делает оружие из этой души. Так что проверю обоих. Строит ближе к костру, так что сначала его. Не похоже. Почему всегда Арнифекс? У нее там пауки. И маги всякие. И прочая ересь. Ну ладно, что поделать. Так, а где оно? Дымный меч, во-первых. Прямой меч, выкованный из души дымного рыцаря, изочарованный силой тьмы надали. Рыцарь изгнанник Рейми мог уничтожить черный туман, но вместо этого решил поселиться в нем вместе с порождением мрака, который обитает в его мече. И, во-вторых, дымный двуручный меч. Огромный двуручный меч, созданный из души гордого дымного рыцаря. Рыцарь изгнанник Рейми мог уничтожить черный туман, но вместо этого решил, в общем, то же самое. Это огромный физический меч, похожий на, не знаю, дверь, который блочит при некоторых атаках. То есть у него есть фреймы блока при атаках. Обычный дымный меч имеет немножко урона тьмой, довольно хреновый скейлинга тьмы, 22 ловкости требует, и он является прямым одноручным мечом. Пожалуй, я сделаю его, потому что это я точно не смогу использовать. Столько силы и ловкости у меня явно не будет. Хотя он хорошо скейлится от силы, и он вообще довольно хороший по урону. Это... У меня не хватает ловкости, но если я возьму кольцо ловкости, то мне будет хватать. Так что все возможно. Так, проще. Да, пока пауки не согрелись, я могу успеть телепортироваться отсюда. И показать ему все от меча. И модельку, и вообще все. Но там ничего особого, насколько я помню, нет. Дымный меч невозможно использовать с текущими статами, а так... Так возможно использовать... Упс, возможно использовать с текущими статами, если я не буду его убирать. Стандартные одноручные атаки. Два выпада силовыми. Довольно прикольно, кстати. У большей части... Одноручного оружия, одноручных мечей в этом дарке не два выпада. Двуручная. Да, по сути это похоже на мувсет лонгсворда в первом дарке. И по сути это мувсет вообще короткого меча в этом дарке. Просто сам меч немножко длиннее и дамаговее и все остальное. Никаких спецобилок у него нет, он умеет парировать, он умеет блочить, естественно. Там есть атака в прыжке, есть атака после переката, выпад. С разбегу стандартная. Двуручная то же самое, выпад после переката. Выпад с разбегу. И... Упс. Обычный удар в прыжке. В общем, довольно стандартный мувсет. Немножко темного урона. Может быть, имеет смысл его проапгрейдить и использовать как темный одноручный меч. С кольцом ловкости. Если мне нужно кого-то избить мечом, и при этом магический урон у синего пламени не подходит. Ну, что поделать. И да, у этой хреновины
меча Арториаса есть еще и уникальный мувсет, если его с другим двуручьем в дуалвилд взять, но у меня статов на это никогда не хватит. Так что это я показать не могу. Ну и на сегодня тогда на этом все. В следующем видео я буду продолжать проходить второй DLC, потому что там еще много всего. Там две опциональных локации с боссами. Может быть, одну из них я в следующем видео пройду. А, нужно еще все остальные идолы поломать. Собрать душу на Дали из них. Пара не опциональных... Ну как, пара опциональных локаций, но не тех опциональных локаций. То есть не локации-локации, а кусочков основной локации осталось. И все такое. Ну а на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.